Телеканал КРТ представляє. Антимонопольний комітет України взявся за «Нафтогаз» через завищені ціни на блакитне паливо для споживачів. В антимонопольному комітеті розслідуватимуть факт зловживання монопольним становищем на ринку. За даним комітету, ціни для промисловості вищі від тих, які були на українській енергетичній біржі та європейських. Відповідно, «Нафтогаз» продає блакитне паливо постачальникам для населення, базуючись на завищених цінах для промисловості. Натомість у «Нафтогазі», кажуть, виконували норми постанови Кабінету міністрів, де чітко прописано спосіб формування ціни на газ. Валерія, як ви вважаєте, чи можемо ми розраховувати на те, що антимонопольний комітет якимось чином захистить українців від неадекватного підняття цін на ЖКХ в нас в Україні? Ні, Дмитрій, ми з вами не можемо на це сподіватися. Чому? Тому що, перше, «Нефтегаз» не формує ціни ні на газ, ні на услуги, які предоставляють. Вони входять в сферу повноважень Кабінету міністра України. В Україні є тільки один чоловік, який способен навести порядок в системе тарифообразования. Это президент Украины, которому подчинена Национальная комиссия регулирования энергетики. Она подотчетна и подконтрольна президенту и назначаются члены указом президента. А если Кабмин формует цены, каким чином передать функции формирования НКРЕ, как они раньше были? Их осенью 2015 года передали Кабинету министра. Почему? Действующий президент Украины Порошенко на тот момент снял с себя ответственность, потому что масса негатива была за незаконное повышение тарифов на газ и электроэнергию, масса было вопросов и социальные взрывы уже планировались, по сути дела. И он пережил ответственность на правительство Яценюка, а потом Гройсмана, чтобы не отвечать за эти проблемы. АМК не наведет порядок. Только один человек способен навести порядок. И он обязан это сделать, это Владимир Александрович Зеленский, которого надо поддержать в этом направлении. А может он реально изменить эту ситуацию? Он может реально. Почему? Передав функции тарифообразования НКРЕК и УК, как они и были до того, он обязан поставить задачу, первое, газ собственной добычи, чтобы отдавали на нужды населения. Себестоимость газа, собственной добычи, менее 2000 гривен, с рентабельностью 30% всеми налогами, это в районе 3600 гривен за 1000 кубов. И этой цены достаточно для развития отрасли, для нормальной платежеспособности. Сегодня 68 миллиардов задолженность населения за коммунальные услуги. Когда такое было? Более 60 миллиардов дотаций. А у нас галузь энергетичная, щодо добытку украинского, выдобытку украинского газа, она каким чином за эти 5 лет там развивалась, с 2015 года, когда подвищували тарифы? Они же чем аргументуют подвищение тарифов? Мы будем розбудовувати галузь, так и иное. Але де ця розбудова? Вони отримали надприбуток, вони отримували його роками, але ми не бачимо розбудови цієї галузі, ми бачимо, як було, так і залишилось. Ну, нічого ж, ніякого зросту не було. Ви абсолютно праві. Перше, що відбувало, це спад добичі газу з українського, це раз. Второе, розвиття отраслі ніякого немає. Мы знаем состояние как Укртрансгаза и Укргаздобыча, так и газоснабжающих предприятий областных и городских, которые в критическом ситуации находятся сейчас. Но самое главное, что, по сути дела, НАК «Нефтегаз» превратили в донора государственного бюджета Украины. Но у НАКа же нет своих денег. Донорами государственного бюджета Украины стало население Украины, которое обложили дополнительным налогом, а это необоснованными тарифами на газ, которые платят неподъемные цены за газ, наполняют бюджет, и деньги с этого бюджета или распределяются, в том числе и на эти баснословные премии и заработные платы, которые говорили сейчас наши зрители. И основной бенефициар, многие спрашивали и у меня, и вы в том числе, это власть, это олигархи, это газовики? Нет. Основным бенефициаром от повышения тарифов на газ является Международный валютный фонд, который сегодня взял Украину в заложники.